Если бы она туда уходила, ну, как ты говоришь, там подводим, там может быть, кстати говоря, да, если теоретически предположить, что она заходит туда, то вот, наверное, где-то как раз тариф платформы и был бы того знака. Но так как он стоит здесь, ну, блядь, знак висит некорректно. Я, честно говоря, даже сейчас лечу. А, вот, о, да, но что-то он здесь слишком далеко. Тут даже не 8 вагонов, наверное, 15. Не-не, тут все 25. Ну, тем более. Подожди, значит, получается, что знак границы станции ставится только на станции с путевым развитием, а если нет путевого развития, то есть стрелок, то он не ставится? А нахера он нужен? Я же тебе сказал, 180 метров от наиболее удаленного, от центра наиболее удаленного стрелочного перевода. Так гласит ТС. То есть вот. Это цитата, дословно. Я общий смысл понял, но не понял значение от... Как там, еще раз повтори, от центра? От центра наиболее удаленного стрелочного перевода. Ну, примерно вот так это звучит. Я ну, не то понял... Есть, грубо говоря, то есть ты... Ну... Я не понял наиболее удаленного, что значит. Ну, от станции от этой... От станции наиболее... Ну, дальнего... Наиболее дальнего от станции по расстоянию. Это в прямом смысле так и значит. Просто, как я понимаю, наиболее отдаленная, то есть, в моем понятии, ну, вот эта стрелка, она близко находится, а наиболее отдаленная, это та, которая еще ну, дальше. Да. Я правильно где говорю или нет? Там, ну, вот сейчас мы посмотрим, здесь будут эти знаки или нет. Там стрелка была, мы ее проехали, да, вот от нее надо считать эти 180 метров. Вот, ну вот, собственно, здесь и висит, видишь, этот знак вот он. Вот мы ее проехали, справа он был. Вот это вот правильно, в принципе. Я понял, но я не понял значение слова наиболее удаленное, так как стрелка перед станцией была не так уж и далеко. Стрелка перед станцией, значит, она управляемся не с этой станции, вот и все. Значит, она что еще раз? Значит, она управляется не с этой станции. А с предыдущей. Подожди, так ты имел в виду наиболее удаленная стрелка от пункта управления стрелкой, что ли? Или как? Естественно, если ты управляешь этой стрелкой, допустим, у тебя блокпост на этой станции стоит, вот на твоей стрелке, от стрелки твоей станции, конечно, от какой еще. Бля, ну это извини, если ты, например, стоишь на этой станции, а у тебя в конце линии какая стрелка, ты от нее что-то будешь отмерять? Нет, конечно, от твоей стрелки. Короче, пиздец, у меня мозг вообще завис. Я нихуя вот из-за этого выражения наиболее удаленную. До этого я понимал все, сейчас я заглох. Вот у тебя есть, например, это ебаная шестистрелочная станция, да? Или сколько она? Шести обычно считается, самая простая. Вроде да. Вот, шестистрелочная, вот, ну, как... Ну, она, конечно, сейчас не была не шестистрелочная, но примерно так. Сколько ты дурак, да ладно, будем считать, что такая. Вот и мы эту стрелку сейчас проехали, допустим. И вот ты управляешь на этой станции этими стрелками. И вот от этой стрелки, ну, например, от наиболее дальней стрелки, которыми ты управляешь с этой станции, не какими-то, а именно твоими стрелками. Вот от нее отмеряется это расстояние. А, вот теперь, кажется, понял. То есть, если пункт управления находится на этой станции, но при этом вот эта стрелка, то, что была перед станцией, она получается не наиболее отдаленная, она близкая получается. Она, да, она управляется не тобой, она управляется, например, там, предыдущей станцией. Вот тогда, соответственно, это будет уже к ним такой не относиться. Но не к тебе. Значит, в данном случае, ну, если пункт управления на этой станции, то слово наиболее отдаленное неуместен, правильно? Почему же неуместен? Ну, она находится там буквально метров 20. А после нее еще стрелка идет, которая ну, гораздо дальше, чем эта стрелка, только она еще уйдет. Блять, я уже. Ты меня тоже сам уже запутал, если честно, я чуть ни хера не это самое. Вот и я про то же. Нет, но если по логике, наиболее отдаленная стрелка, как я понимаю, это та стрелка, которая находится в самом ПТО. В станции ни хера стрелок не было. Она была вот после только, да, она вела в этот тупик долбанный ПТО или там что у нас там на нем находится. Ну. Ни хера не было. Вот я ну, если, допустим, сказал, ты говоришь, пункт управления находится на этой станции. Где именно? В каком конце станции? Чего в каком конце станции?
Да где хер бы с ним, да где бы он ни находился, тебе вообще просто останция имеется в виду. Может быть, как в входном торце, так и на выходном торце блокпост находится, так и на втором этаже, это без беды, на самом деле, где он вообще будет размещен. Я не должен интересовать. Понятно. Понятно, что... Имеется в виду просто от станции, вот, от, ну, вот станция, точка А, например, да, и вот от этой точки, где, блядь, 180 метров, вот эта стрелка, моя наиболее дальняя стрелка, твоя, одна из которых, ну, та, из которой ты управляешь, наиболее дальняя вот эта стрелка, от нее измеряется вот это расстояние, и там размещается этот знак. Я понял, что знак размещается на расстоянии 180 метров от наиболее, забыл слово, удаленной стрелки. Дальнего, да, ну дальнего, так, давай так, дальнего, так, дословно, ну хорошо, скажем так, от места управления, тогда вот так, это будет более понятно, наверное, да, от места управления этой стрелки. А, ну вот если говорить от места управления этой стрелкой, тогда все становится сразу же на свои места и все сразу понятно. Я уж тебе так просто, а официально звучит именно так, как я сказал, наиболее удаленную стрелку смотрю. Просто, ну вот, блин, я, конечно, понял, может, я тебя заебал, я сам себя уже заебал, но все же. Да нет, нет, просто, как бы это, я увидел, что это стоит там неправильно этот знак, поэтому, собственно... Не-не-не, вот, ну, в 180 метрах от наиболее удаленной стрелки и так далее. Если ты сам говорил, что пункт управления диспетчерской или там, блок, как он называется, короче, где переводят стрелки, находится на станции, то это, ну, он, да, считай, неважно, в конце, как ты сказал, или в середине, ну, будем говорить в середине. Ну да, 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 да. То стрелка, вот которая была у нас первая, она не наиболее отдаленная, она ближняя стрелка, получается, в любом случае. Потому что пункт управления на станции. А? Ну нет, подожди, а что еще-то у нас там было, если не она? А там же еще стрелки были внутри, то есть когда ты заезжаешь в ПТО, там нет, вторая стрелка. Нет, 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 это все хуйня. Считается, от вот это вот по ходу движения и главной пути, а станционные пути тебя не должны никаким образом отставать. Нет, то есть в данном случае получается тогда, если стрелка единственная, то она и будет считаться наиболее отдаленной, несмотря на то, что она единственная, правильно? Да, 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 да. Блять, это ебаная станция все время. Блять, вот это извращение, да. Пиздец, это насилие мозга над мозгом. Да это все ладно, там повеселее какие-то моменты. Чем их немало, так скажем. Я просто охуеваю, да. Блять, у меня аж мурашки по коже, пиздец. Раньше. Чего? Да вон, хуйня, говорит, закрыл раньше, чем там еще, блядь, 20 секунд было.